утро всем! Сегодня показываю одну из своих любимейших утренних гимнастик, по многочисленным просьбам, конечно же, и хочу уточнить, что мои утренние гимнастики довольно-таки разнообразны. Очень часто я дополняю их различными упражнениями, что-то убираю, что-то вношу новое. Сейчас я показываю основу своей утренней гимнастики, без которой не обходится ни один день. Каждое утро, начиная с этих упражнений, я готовлю свое тело к усиленному сжиганию жира, вследствие чего я никогда не поправляюсь, потому что это упражнение включает работу всех групп мышц одновременно. Это то, что я люблю – убивать 100 зайцев одним выстрелом. Я думаю, что это будет всем удобно, поэтому, пожалуйста, делайте это упражнение чаще, начиная прямо с самого утра. Первое упражнение, которое я делаю с самого утра, я становлюсь вот в такую позицию, поднимаю ручки вверх, живот втягиваю, плечики расправляю, ножки вместе. И начинаем поочередно поднимать правую руку вверх, тянемся к небу пальчиками и левую руку вверх. Делаем так 20 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При этом улыбаемся проснувшемуся солнышку. 16. 17, 18, 19, 20. Хорошо. Таким упражнением мы хорошо потянули мышцы спины, плечевого пояса, грудного пояса, также мышцы пресса, ручки у нас хорошо потянулись, и мы практически готовы начинать утреннюю гимнастику. Разминаем стопы. Отрываем пятку от пола, приподнимая на носок. Вот такое вот, казалось бы, обычное простое упражнение, которое помогает подготовить наши ножки к напряженному дню. Итак, давайте нажимать на педали. Делаем с упором, не делаем ничего просто так. И не говорим, о, это так просто, это не работает. Делаем все хорошо, прилагая усердие. Да? При этом у нас живот втянут, попа подтянута, плечи расправлены, спина прямая. Улыбаемся, смотрим прямо перед собой. 20 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, еще 10. Прекрасно. Всеми этими маленькими упражнениями мы себя подвели к основному главному упражнению, которое помогает сжечь все жиры, подтянуть мышцы ягодиц, наши бедра, живот, грудь, спину, даже шею. Упражнение, на первый взгляд, очень простое. Но сначала хорошо посмотрите, хорошо послушайте и затем пытайтесь повторить. Упражнение будет заключаться в том, что нам нужно делать подъемы на носки. Но подъемы будут непростые на носки. Начиная подниматься на носочки, напрягаем мышцы стоп изначально. Затем сразу же включаем ощущения на щиколотке, на икры, на колени. Поднимаемся вверх, бедро спереди, бедро сзади, ягодицы напрягаем. Живот внизу втягиваем, живот вверху, грудь расправляем, плечи напрягаем, шею вытягиваем вверх, подбородочек тянется вверх, руки назад отведены, сильно тянутся и очень-очень напряжены. Расслабились, перекатились на пяточки. Вы поняли? По очереди напрягаем каждую мышцу, начиная со стопы, щиколотка, икры, колени, бедро спереди, бедро сзади, живот снизу, верхний пресс, грудь. Плечи, шея, лицо, руки назад, начиная с плечевого пояса и до пальчиков. Расслабляемся и перекатываемся на пяточки. Стопы, щиколотки, икры, колени, бедро спереди, бедро сзади, ягодицы, живот снизу, живот сверху, грудь, плечи, руки, шея, пальчики. Расслабились. Стопы, щиколотки, икры, колени, бедро спереди, бедро сзади, ягодицы, живот снизу, живот сверху, грудь, плечики, шея, лицо, пальчики, расслабить. Стопы, щиколотки, икры, колени, бедро спереди, бедро сзади, ягодицы, живот снизу, живот сверху, грудь, плечи напрягли, шею напрягли, лицо тянем вверх, ручки, пальцы и расслабились. Хорошо, перекатываемся на пяточки, опускаем немножко плечи вниз, вот так прям бросаем.
Непросто, да, скажите? Всем привет, друзья! Вы на канале Катя Энерджи, и вместо того, чтобы валяться на кровати вечерами, зимними, холодными, мы будем разогреваться, будем заниматься энергией и своим красивым телом. Значит, сегодня мы будем поднимать нашу попу кверху, нашу красивую попу уже, которая у нас есть, будем делать еще красивее. Для этого нам понадобится пол, наши ноги и удобная одежда, ничего более. Становимся в положение ноги шире плеч. Вот так показываю. Теперь мне вам нужно это показать сбоку, чтобы вы увидели, что происходит. Мы садимся в такое положение, будто бы, как минимум на стуле. Как будто бы нам просто очень удобно. Вот мы сели глубоко, так достаточно, не ниже, не выше, да, на уровне примерно колен. Вот, и теперь ручки делаем перед собой и медленно себя выталкиваем вверх. Спинка слегка у нас наклоняется вперед. Вот, можно видеть, да? То есть мы себя держим, вот ягодичные мышцы, прям вот эти вот яблоки напрягаем. Этими же яблоками толкаем себя медленно вверх. Поехали. Живот втянут. Ого, как напрягается. Сделаем несложное, но очень эффективное упражнение для ягодичных мышц и задней поверхности бедра. Это вот место. Оно должно быть красивым, подтянутым, без целлюлита. Мы становимся в какой-нибудь опоре, немного придерживаемся рукой. И выпрямляем полностью тело, как струна. Живот втянут, ягодицы втянуты, плечики расправлены, головка смотрит прямо, подбородочек смотрит прямо. И мы сгибаем ногу вот так вот. Колени до угла 90 градусов задерживаем и возвращаемся медленно. Медленно с усилием поднимаем ногу. Также медленно возвращаем. Не садимся на опорной ноге вот так вот, не провисаем таз, всегда стоим подтянуты и держим себя на ягодичке. Все делаем с усилием. Хорошо встряхнули ножки. Меняем ногу. Все то же самое делаем с левой ноги. С усилием поднимаем. Стопа сокращена. Возвращаем. Не провисаем на бедре. Вот так вот не стоим. Стоим подтянуто. Стоять нужно тоже уметь. Отлично. Растянем ягодичные мышцы, мышцы бедра, подтягиваем колено к груди. Можно придерживаться за опору. Уже
самое делаем с левой ногой. Хорошо, хорошо растягиваем ягодицы. Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал, и твоя мечта стать идеальной превратится в реальность.